Hi everyone, здравствуйте, пятый класс. Сегодня тема нашего сегодняшнего урока A Day at School, день в школе. И сегодня мы с вами будем изучать названия предметов на английском языке, а также немножко почитаем интервью журналиста Паула Джонса. Итак, первое задание. Смотрите, что вам необходимо сделать. Вам нужно отработать произношение, как правильно произносятся, а также как переводятся предметы на английском языке, школьные предметы. Например, первое. Math. Это математика. Повторяйте за мной. Math. Food technology. Food technology – это технологии еды. Еще раз. Food technology. Physical education. Это физкультура. То есть физическое образование, если дословно перевести. Физкультура. Physical education. Следующее. Четвертое. Information and communication technology. Сокращенно ICT. Повторяем. Information and Communication Technology. ICT. И последнее. French. Итак, в первом задании вам необходимо будет прочитать название предметов школьных на английском языке и перевод. И также записать обязательно в тетрадочке. В тетрадочке пишите упражнение номер один. Пишите по циферке 1 maths, математика, и пишите рядом перевод. Food technology, пишите рядом перевод. Information and communication technology, и пишите перевод. А далее, после того, как вы записали название предметов, перевели их, отправляйте мне аудиофайл, как вы читаете эти предметы, ну и также переводите их. Math, математика, food technology, технологии еды и так далее. Отправляйте мне аудиофайл. Следующее задание. Я вам скину аудио номер 2.15. Вам необходимо будет прочитать. Ну, давайте возьмем с вами первые три предмета. Math, математика. Double значит сдвоенный, то есть два урока математики. Так, break это у них перемена называется по-английски. Вот. Food technology и PE. Physical education, да, физкультура. Вот эти три предмета. Читайте, слушайте аудио, отрабатывайте произношение и переводите. Отправляйте мне аудиофайлы. Вот в этом задании отправляйте мне только аудиофайлы, как вы читаете и переводите. Например, the day starts at 9 o'clock with math. День starts, начинается в 9 часов с математики. The teacher is Mrs. Murphy. Учитель Mrs. Murphy. And she is very strict. И она очень строгая. В общем, читайте так же, как я сейчас вам читал. Переводите и отправляйте мне аудиофайлы. Важно! Читаем одно предложение на английском и тут же его переводим. Отправляем мне аудиофайл. Потом читаем следующее предложение на английском, тут же его переводим, и потом читаем следующее предложение на английском. А не так, что прочитали сначала все по-английски, а потом по-русски. Обязательно предложение на английском, его перевод, на английском, его перевод и так далее. Итак, сегодня я жду от вас письменно упражнение номер один, а также его устно, аудиофайл от него жду. Дальше, 2.15, только устно отправляем мне, как вы читаете и переводите эти предложения с английского на русский язык. Все, good luck, всем удачи, жду ваших работ до 19.00.